Неделю назад получил вот такую экшен камеру SJ4000, популярная камера. А заинтересовался, что у меня там за прошивка. Ну, обычно смотрю, проверяю, последняя ли версия или нужно ли обновлять. А, значит, зашел, смотрю, версия V1.3. Ну, я удивился, потому что я такую версию нигде не видел. Вот везде, даже на официальном сайте, последняя версия прошивки V1.2, обычно даже V1.1. Это камера SJ4000 без Wi-Fi, простая версия Basic. Камера не подделка, я проверял, то есть, соответственно, ну, совпадает со всеми, так сказать, описаниями. И также номер кодовый показал, что эта камера оригинальная. Ну, мне заинтересовало, что за прошивка такая, потому что у меня мысль возникла, вдруг действительно подделка, потому что нигде такой прошивки нет. Какой-то китаец мне написал, что, ну да, мы можем вам поставить, я просто спросил, есть ли у вас прошивка V1.3, он написал, да, мы можем вам поставить V1.3, если вы хотите. Но когда я написал официалам, то есть вот люди, которые, то есть тем, кто производит эти камеры, у них есть официальный форум, и они мне ответили, что на самом деле это баг. Что, ну, получается, это версия 1.2, но, видимо, они ошиблись там где-то, и пишет, что версия 1.1.3. Я посмотрел обзор, где человек снимает, то есть меню версии 1.2, тоже все самое абсолютно. Вот, последняя прошивка, точно такая же менюшка. Вот. И второй момент, это то, что здесь я не обнаружил, в отличие от старых прошивок, я не обнаружил здесь опции антишейк, то есть стабилизации изображения. Я им написал по этому поводу, что вот нет у вас в этой прошивке опции стабилизации. Они мне отвечают, что а ее вообще нет в этой камере. То есть если кто-то думает, что в этой камере есть стабилизация изображения, видеоизображения при видеосъемке, что якобы нам более плавно начинает снимать, ничего такого подобного нет. Есть даже видео, там, где показывают, человек снимает, значит, со стабилизацией картинку, видео, на велике едет, и без стабилизации. Я смотрел, всматривался, и что-то мне как-то, ну, не показалось, что эти картинки отличаются. Вот, то же самое. Ну, и оказалось, что это действительно так, что это просто, ну, самовнушение, что ли, какое-то, да, то есть... Вот, если включаете эту опцию или выключаете, картинка абсолютно одинаковая. И так и есть. То есть стабилизации в этой камере нет, ни электронной, ни оптической, там какой-то еще. Вот, поэтому все видео, всю тряску нужно будет равнять в видеоредакторе. Вот. В принципе, это делается несложно, есть обучалки. Вот, вот таким образом. В целом, во всем остальном камера отличная, ну, кроме звука. Звук тоже можно отдельно писать на диктофон или телефон. И потом уже сводить в монтажке, в видеоредакторе.